Привет! Сегодня я расскажу простой способ сборки кубика Рубика, состоящий из 7 частей. Сейчас будет первая часть. На кубике есть стороны и слои. Сторона – это плоская часть, а слой – это все кубики, поворачивающиеся при повороте. Центры всех сторон всегда стоят напротив своего спутника. Например, зеленый напротив синего, желтый напротив белого, оранжевый напротив красного. Еще нужно знать, что есть 3 типа кубиков. Центральные с одной цветной наклейкой, боковые с двумя цветными наклейками и угловые с 3 цветными наклейками. Чтобы понять формулы сборки кубика Рубика, нужно запомнить, что верхнюю сторону принято называть U, от английского up, вверх. Напротив нижняя D, от английского down, низ. Справа R, right, правый. Слева L, left, левый. Впереди F, front, а сзади B, back. Поэтому, когда мы поворачиваем верхнюю сторону, мы говорим повернуть U. Итак, начинаем собирать кубик Рубик. Первым делом собираем крест на белой стороне. Находим нужный кубик и ставим его на место. Например, так. Мне нужно собрать этот белый кубик. Не важно, что он не той стороной. Для того, чтобы этот кубик развернулся, нужно крутить по формуле. Сделать эту сторону фронт. Повернуть по часовой стрелке. Теперь 2 нижних ряда против часовой стрелки. И снова фронт по часовой. Итак, мы видим, кубик встал в правильное место. Собираем дальше. Поворачиваем кубик и видим, что с этой стороны та же самая ситуация. Поворачиваем этим кубиком к себе. Крутим фронт по часовой. 2 нижних ряда против часовой. И снова фронт по часовой. Кубик встал в нужное место. Еще раз такая ситуация. Ставим кубик на место. Делаем его фронт. Крутим фронт по часовой. Возвращаем 2 нижних ряда против и фронт по часовой. Кубик на месте. И последний шаг. Мы нашли нужный кубик. Точно так же ставим его на место. Делаем его фронт по часовой. 2 нижних ряда против часовой. Фронт по часовой. Итак, крестик мы собрали. И вот и все. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. Всем пока!